Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть растения против зомби 2. Так, август, и что? Ничего, ничегошеньки нет за август. Тут нам дают энергию. Так, а здесь что? Ага. Слушай, мы можем здесь вот, ребята, поиграть, в принципе. Но я начну, как обычно, с ивента. Мне интересует ивент, что у нас тут будет. Так, много надгробий. И там, конечно же, зомби. Конечно же, куда же без них. Так. Электрические, да? Интересно. Так, ну это, ребята, замедляха. Гравиард. Ставим сюда. Так, ну что, галактический орех обязательно нам нужен. Замедляшечку, замедляшечку. Да что такое-то? Я чё? Беру, но чё-то не берется. А ну-ка, влупим. Сюда поставим. Так, ну что, начинаем второй ряд выставлять тогда из зомбарей. Ой, из электрических горохострелов. Пока все норм. Справляемся, как видишь. И все, последняя волна. Слушай, я тебе, знаешь, что скажу? Изи ивент, поэтому, наверное, будет грешно сыграть, не сыграть во второй раз. Согласись. Сейчас посмотрим, что нам тут еще дадут. Давай вот эту возьмем. Вот эту. И вот эту. Это что-то... Это кто такой, ребят? Это что за сморчок, скажи-ка мне. Ну, давай повторим. Правда, раньше, по-моему, это было бесплатно. Теперь мы должны, видите ли, отдавать 10 кристаллов. Ну что, погнали. Ага. Зомби инкомин. Мозги, мозги. Так, а здесь у нас хап мячим. Слушай, довольно легкий ивент на самом деле. Прям вообще изично. Грубо говоря, халява. По-другому не назвать. По-другому язык не поворачивается это назвать как халява. Еще один цветочек поставим сюда и... Все, последний зомби. Быстренько разобрались мы здесь с ними. Так, ну давай вот эту возьмем. Вот эту и вот эту. Как-то так. Ну, теперь, я думаю, можно, в принципе, пойти и попробовать поиграть в события. Так, здесь что у нас? Ага, 1000 монет. Спасибо. Ну что, вот оно, ребята, вот оно. Вот оно, это событие. Давай посмотрим, что у нас тут. Не дать замять вот эти вот, ребята, цветочки. И по умолчанию, да, значит... Так, хорошо. По идее, надо вот этот ряд взрывать.
Как-то вот так вот сделаем. Ага. Так, ползет. Ползет охламон. Смотри. Так, давай. Горохострелы сюда поставим. Пока все идет очень даже неплохо, ребят. Так, а тут-то мы успеем. Мина успела выскочить. Соответственно, взорвалась. Ну что, перец дает о себе, ребята, знать. Он довольно быстро их уничтожает. И я, само собой, выставляю здесь мины. Так, прикольно. Зомби-ковбой не дошел, как ты видишь. Все заминирую к чертовой бабушке здесь. Иди сюда. Сверху тоже. Так, отдай сюда растение, оно мне пригодится. Да, в принципе, друзья, победа здесь будет за нами. Тут даже не обсуждается. Где? Вот здесь вот. Можно еще вот так вот сделать. Мумии. Все. Так, ну, ребят, не забывайте, сейчас будет последняя волна. Самая жесткая, самая шустрая, самая коварная. Правда, они ничего не успевают сделать. И ты видишь их. Они еще только появляются, мы уже их разносим. Ну, в принципе, все. Так, это был первый поединок. Давай сюда монеты. Коллекцию. Не добрали немножко, да? Так, подожди, я что-то хотел глянуть. На самом деле, я не всегда хотел. Что это такое? И чего ты мне показываешь? Зачем ты меня сюда перекинул? Я не хочу тут. Давай посмотрим на наш огородик. Что у нас там на огороде поспело? Окей, так, посадили сюда. Полили. И все. И все. Слушай, у нас же еще есть вот здесь вот. А на продаже, что у нас там? Смотри, какой рыцарь. Бесплатно. Давай, по 5 карточек. Ну, тут, ребята, самую дешевку нам предлагает, так что... Так. Примитивное солнце и... Лилипет. Серьезно? Лилипет? Так, десятка. Десять и... Так, 92. 100. 102. Слушай, горохострел, ребята. А-а-а, кончились. У меня и конфет нету, да? Ладно.
Фиг с вами. Так, забираем. Здесь тоже забираем. Один самоцвет, обалдеть. Так, ребят, ну я поехал дальше. Так то же самое, господи, что, что тут изменилось? Ну, грушу я пока, ребят, подожду, я ее... Она же не давит, по-моему. Нет, она не давит. Поэтому нам придется только если рядышком вот так вот выставлять. Че-то как-то мне не нравится это все. Видишь, он одноразовый. Так. Слушай, а что если мы вот применим? Что это будет? А, он прыгает по всей карте и давит, да? Ну, коли так, то ладно еще. Коли так. Но вот это вот мне совсем не нравится. Я вроде справился, но сложновато было. Если бы так часто бы не выпадало здесь, ребята, удобрение, я бы не прошел бы. Просто не прошел бы. Они бы прошли бы, раздавили бы, смяли бы все на своем пути. Так, здесь опять фараоны. Такой в памперсах в таких. На, ешь, мне не жалко. Так, насколько помню, это делиться будет, да, у нас? Тут шансов у противника просто ноль. Конечно, тут вообще без шансов. Изи. Всех запинал. Но это опять же, ребят, повезло, что мина у меня активная.
все. Тут. Тут довольно быстро мы прошли. Так, ну что, ребята, остается у нас там, по-моему, да, два задания. Я надеюсь, мы их подтянем. Ну и что там? Так, ледяной грохострел. Зомби инкамин. Какой-то он все равно слабый, этот горохострел ледяной. Сколько играю, ребята, все время вот убеждаюсь в этом. Против факелов, да, против факелов они очень хорошо, ребят, работают. Потому что они их охлаждают. Так, сюда, сюда поставим и... Давай так сделаем. Подожди, а мы их замораживаем... Мы их замораживаем полностью, когда вот эта вот большая гигантская сосулька летит, ребят. Она их полностью обездвиживает. Понятно теперь. Теперь все понятно. Видишь, вот он стоит полностью. Вон, большая сосулька вылетает. И мы их, ребята, останавливаем. Прикольно. Прикольно. Поставим. Черт, я думал, что больше волн не будет, ага. А оказывается, будут. Фига, он там пробирается. Так, сюда? Нет, нельзя. Тогда сюда поставим. Да, ну им хана, ребят. Видел, большая сосулька попадает, они замораживаются. Весь вот этот отряд просто замораживается. Так что пройти у этих зомби шансов нет. Ноль шансов. Да, то что... Давай ускоримся. Все равно им здесь уже крышка. Сожрал все-таки, а? Вот и все. Вот и все. И остается у нас последний, ребята, этап. Последний этап, после которого мы заберем с тобой пиньяту. Оу, оу. Тут уже не до шуток. Бомб-гранат, подождем пока. Зомби инкомин. Давай. Как тебе инкомин, а? Бежит, бежит, бежит. Thank you.
Так, сгорел. Оу-оу-оу. А чё не предупреждаете-то? Что здесь такое творится у нас? А? Друзья мои. С какого перепуга вы не предупреждаете об этом? Офигенно. Где этот из... Я не вижу его, ребят, просто. Я его просто не вижу, но он где-то есть. Вон он, кальмар, вылез. Да, да, это мне поставить-то ее, господи. Все. Уголек. Уголек такой подтянул. Все, друзья, это событие у нас получается пройденным полностью. И вот она пиньята. Так, 10 электрических архострелов. Так, примитивная мина. Картофельная, само собой. Так, васаби. И бомб-гранат. Плюс морозный арбуз. Слушай, ну неплохо, я тебе скажу. Вот здесь вот, вот здесь мне понравились награды. Стоящие, так скажем, да? Так, что мне опять-то сюда показывают? Зачем все... Показать всех, ну, ну и что, вот ты вот мне показал. Блин, не хватает чуть-чуть. Слушай, что, мы же что-то можем прокачать, насколько я помню. Мы что-то можем прокачать. Так, ребята, тут не хватает чуть-чуть. Купить нельзя. Да понятно, нельзя, потому что магазин, ребята. У нас же этот стоит запрет на покупки. Я могу только вот это вот, если хочешь, прокачать. Зачем? Зачем тебе, Рэй, понадобился этот Тина? Не знаю, ребят. Лилипад тоже мы прокачали. Подожди, еще, по-моему, у нас сосулька. А, капуста даже. У нас прокачалась капуста. Плюс прокачивается капелька ледяная, да? Так. И по-моему, пенек. 20 000. Пенек на прокачку 20 000, прикинь. Тут буквально одного не хватает. Лазербин. Так, лазербин. Серьезно? Ну давай. Хурикали, да? И у меня 11 тысяч всего лишь осталось, друзья мои. 11 тысяч. Не хватает. Блин, вот подожди, ну почему я должен вот это вот покупать-то? Я никак не могу понять. Они должны открыть. Я накопил, честно, ребята, на них. Нет, вот надо вот покупать это все. Так, ну что, друзья мои, здесь у нас все.
Так, какие-то у нас еще задания есть. Ага. Так, а что, мне дают всего лишь 10. 10 энергии, да? Да иди ты. А, вот они, ребята, новые грибы, которые... Я не знаю, что они делают. Но выглядят они как зомби, мечи, серьезно? Что делать-то? Давай возьмем этих. Зомби-мечи. Примитивный горохострел возьмем. Тут и примитивный подсолнух возьмем. Возьмем, наверное, вот так вот. Ну-ка, что там у нас? Воу-воу-воу. Тут половину даже не видел, ребята. Что же мне еще взять? Даже не знаю, ребят. Что за футболист? Давай, наверное, возьмем все-таки Джека. И бомб-гранату, наверное, возьмем. Так, и вот эту еще штуку. Все, ребят. Блин, могилоедов блин. Серьезно? Я вообще не вижу никакого, ребята, кайфа от этих вот хмырёнышей. Давай будем честны. В чем прикол? Вот от этих мелких вот грибов. Вообще никакого кайфа не вижу. Вообще. Вообще никакого толку нету. Вот они стоят там сзади, плюются. У них урон ничтожный. Все, я прошел. Так, 25 кактусов мы получим с тобой, да, получается? 25 кактусов. У нас 10 энергии. Точнее, энергии на 100, по десятке мы... Что это? Это мои кактусы. Понял. Так. Есть он у меня воздушники? Вот он. Вот он, ребята, воздушник. Будем сейчас сдувать отсюда к чертовой бабушке. Плюс бомб-гранат. Сделаем так. Это прыгун, насколько я помню, да? По-моему, ребята, это прыгун. Попробуем так сделать. Так, эти кактусы, короче, у нас будут. Ох, ё-моё. Что это сейчас за звук был? Как будто кто-то пукнул. Тебе так не показалось, нет? Так, это хурикали пока трогать не будем. А вот теперь пора бы. Так, подорвался чувачок. Давай сделаем сюда. Мы как будто на какой-то спортивной детской площадке играем.
Все так нарисовано. 20, 10, 30 метров. Все, что ли? Ребят, довольно быстро. Вообще быстро мы прошли. Ну что, сейчас у нас будет битва за 25 кактусов. Замбот опять тут радуется чего-то, непонятно чего. А чего такой радостный? Ох ты, это что такое, ребят? Так. Вот это что за чувак? Это босс, что ли, у нас, типа? Или что это? Даже не знаю, что взять-то пока. Так, летающих вроде как здесь нету. Давай Джека возьмем и... вот этого. Слушай, эта штука на животных, по-моему, работает, да? Да. По-моему, гранат. Так. Что-то он разжжет. Так, прекрасно. Это босс, да? Нет, ребят, это не босс, это был обычный хламон, которого мы разнесли в пух и прах в считанные секунды. Ну, дальше, давай последнего, наверное, поставим сюда и пока. Так, а тут все. Не, ребят, не все. А вот теперь все. Проще пареной репы. Разнесли тут их. Ну что, друзья мои, забираю этот 20. О, мы можем его прокачать, кстати. Так, и вот здесь вот будет три пиньята. Это раз, два, три, четыре. Как раз до пиньята нам и хватит. Ого. Знакомые квадратики. Так, читатель. Зомби-читатель, да, значит? Ладно, сделаем так. Сделаем так. Баблгам, я думаю, не стоит. Вот это, наверное, я возьму. Электрический. И... так, где мой примитивный? Вот он. Все, поехали. Это все мое. Горохострелы сюда выставим, чтобы потом их суператакой, ребят, бомбить. Слушай, ну там же не было показано, что летающие будут, эй. Я не видел, чтобы там показывали про летающих. Или я невнимательно опять посмотрел. Нет, это еще не все. Ну что, влупляем? Вот и все. Так, разобрали. Давай дальше.
Слушай, ну ивент довольно легкий. Я бы немножко бы его усложнил бы и награды чуть-чуть получше бы поставил бы. Так, это будет зомби, я так понимаю, смещаться сюда, да? Как в старые добрые времена. Помню, помню я эту штуку. А что Киви у нас делает? Ага, летунки. Что у нас делает Киви? Вот это вот. В России против зомби-героя я знаю, что она делает. Очень злобная там она штука, конечно. Здесь что-то я не видел. Она, по-моему, просто плюется и все, ребят. Вот она, маленькая Киви. О, паф. А, оно постепенно уроном наносит. Все, я понял. Ну-ка. Что они там... Что они себе на голову надели? Какие-то ведра непонятные. Это очень странные ведра. Так, мне на самом деле вот это вот. На. Отлично. Stay puff. И Джек. Stay puff и Джек. Что ты делаешь, Киви? Ты видал? И оно, в общем, таким большим и осталось. Да, Киви лучше не злить. Оно в гневе, я чувствую, ребята, может столько зла принести, что ну его нафиг. Так, лазербин. Один. Сейчас мы будем ему помогать. Так. Возьму Джека. Так, так. Плюс... Ночную катапульту. Яблочки на снегу возьмем. И возьму, наверное, я. Давай так вот. Я готов. Ой. А чё ж вы не сказали, что их будет столько много-то, блин. Твою налево. Тихорили, главное, да? То-то и оно. Ах ты, он опять выставляет. Ну, а мы опять их будем уничтожать. Вот и все. Все равно разберем. Причем на изи. Все, по-моему, да? Так, ребята, ну что у нас? У нас с вами будет сейчас три пиньяты. Я думаю, мы пройдем здесь спокойненько. А, это бейсбольная пу... Ого. Тут появляются такие гаргантюа, которых я раньше и видать-то не видывал. Так, если мы сделаем плюс... Таким вот образом...
И... Кого еще-то взять-то нам? Ну, вот так, наверное, по старой. Поехали. Так, боулинг. Или луковицы. Их можно там по-всякому называть. Такой Супермен бежит. Слушай, ничего себе, смотри. Я уже думал, надо будет это. Зомби-судья, ребята, идет. А если взорвать его? Отлично взрывается. Ой, я уже думал, последняя волна, нет. Прекрасно. Что, друзья мои, требовалось доказать? Ну что, забираем наши пиньеты. 5 грохострелов. Блин, чуть-чуть не хватает, чтобы прокачать. Да, этот гриб. О! Такого у нас нету. Так, лазербин. Айлминт. Кактус. Кактус готов, ребят, прокачаться, кстати. Так, спирминт. Спейс рок. Пуфбал. Ну, слушай, нормальные довольно-таки награды. А, все, друзья мои, не хватает у меня. Я вот это пройду, а мне бы, конечно, хотелось бы 50 гемов, но... Нету. Нету у меня столько баллов, ребят. К сожалению. Слушай, я смогу, например, прокачать кактус? Где он у нас находится вообще? Вот он. Да, я могу, ребята, его прокачать. Ну и прекрасно. А что у нас у кактуса там? Нет, лучше пускай будет в спортивной майке. Ему так больше идет. Так, ребят, ну что... Давайте тогда на сегодня будем, наверное, закругляться. Сейчас я тут гляну, что у нас там на огороде. Так, так, так. Жужу, иди сюда. Отлично. Ну, а на этом, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.